Лещенко Степан Филимонович. Теперь будем иметь спецследие народов России. Дедушка был репрессирован по маминой линии в 38 году по 58 статье. В 63 году он был реабилитирован за недоказанностью. Но, к сожалению, в 40 году он от двухстороннего крупозного воспаления легких умер, и место захоронения его неизвестно. Поэтому я прихожу сюда и всегда почитаю и поминаю. У нас в родне много было репрессированных по маминой линии. Кого-то расстреляли, кого-то что-то. Но так как рано все умерли, у меня негде взять информацию. Пыталась в книге памяти порыться, что-то поискать. Ну вот единственного нашла прадеда, которого реабилитировали. А так вообще даже корней своих не могу ничего знать. Поколение меняется, но многие занимаются восстановлением истории своего рода и поэтому ищут своих родственников. Много материалов сохранилось. Во многих делах есть фотографии, какие-то там документы. То есть заявлений поступает много. Минута молчания.